рамках запущен пилотный проект по передержке краба, аналогов которого в России нет. Ракообразных привозят из Мурманска и Владивостока. В складском комплексе для членистоногих оборудовали резервуары, где для них созданы естественные условия пребывания. Здесь поддерживают постоянную температуру воды плюс 3 градуса. Ежемесячно через такую гостиницу проходит 50 тонн живого краба. С предпринимателями встретились химкинские депутаты. Обсудили вопросы развития логистической отрасли и экспортного потенциала товаров в другие страны. Очень технологично, очень серьезно люди подходят к системе фильтрации воды и следят за этим регулярно, делают пробы для того, чтобы крабы чувствовали себя в естественной среде обитания. Очень приятно, что такие предприятия с такими новыми технологическими решениями у нас в округе открываются. Живых и замороженных крабов отправляют из Шереметьево во все уголки мира, в числе основных потребителей Европы, Китай, США.